ожоги, пролежни, трофические и варикозные язвы, гангрена. Есть решение. Ируксол – мазь для наружного применения. Вот что говорят о препарате покупатели. У свекрови после лучевой терапии образовались ожоги второй и третьей степени. По совету врача боролись с ними при помощи Ируксола. Избавились от последствий ожога довольно быстро, дней за 10. Мазь действительно творит чудо. Мой муж диабетик, любые раны у него заживают с большим трудом. После неудачного случая на природе он обжег пятку. Кожа была обуглена до неузнаваемости. Знакомые посоветовали мазь Ируксол, мы пользовались ей строго по назначению в течение 2 недель. Ожог зажил, кожа на пятке вновь стала плотной, и муж ходит, не испытывая при этом болей. Мазь Ируксол мне посоветовал мой врач в бесплатной поликлинике. Скажу честно, купить данный препарат я долго не решалась из-за чересчур высокой цены. Но когда варикозные язвы начали слишком быстро разрастаться, я все-таки приняла решение его купить. Как итог, через 3 нанесения язвы стали заметно меньше в размерах и аккуратненько подсыхать по краям уже на 5-е сутки. Вывод, мой доктор был совершенно прав, Ируксол не идет в сравнении ни с какими аналогами и плюс ко всему удивительно быстро спасает даже при тяжелых язвенных недугах. Препарат выпускается в виде мази. Основное применение – это некрозы и изъязвление тканей. Уникальная мазь поможет при лечении ожогов, пролежней, трофических и варикозных язв, гангрены, конечностей. Препарат противопоказан пациентам с тяжелыми заболеваниями печени, почек и кроветворной системы. Мазь нельзя применять беременным, а также пациентам с псориазом и грибковыми заболеваниями. Цена на Ируксол в интернете, как правило, ниже, чем в аптеках. Ссылку для заказа препарата я оставлю в описании. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если оно вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Обязательно подпишитесь и включите колокольчик, мы регулярно публикуем новые видео. На сегодня все, удачи всем, пока-пока.